Здравствуйте! Пожалуйста, подпишитесь на канал и, пожалуйста, поставьте лайк на это видео. Я буду очень рад. Изменить пароль нам надо войти в свой аккаунт и нажимаем сюда троеточие и заходим в управление аккаунтом и нажимаем в пароль. И сюда, чтобы установить пароль, нам надо сначала ввести шестизначный код, который отправили на свою почту, которую вы зарегистрировали. Все, мы ввели шестизначный код, теперь нам остается теперь изменить пароль. Нажимаем «Далее», пароль должен от 8 до 20 символов, должен входить цифры, буквы и специальные символы. Но я, если честно, ввел только буквы и один цифру. Но только... Ну, это фейк-аккаунт. Друзья, под видео есть инструкция про TikTok, то есть как скачать TikTok, как зарегистрироваться или как попасть в рекомендуемые. Вы можете ознакомиться с... В описании под видео есть ссылка на видео.